Кафедра ЮНЕСКО. ЮНЕСКО – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Основные направления деятельности – образование, естественные науки, социальные и гуманитарные науки, культура, коммуникация и информация. Арктический регион – территория, имеющая тысячелетнюю историю освоения и обладающая богатым природным и культурным наследием. Природно-климатические процессы, негативное воздействие антропогенных факторов на культурное и природное наследие Арктики создают потенциальные риски утраты различных форм культурных и исторических памятников. В зоне риска – памятники деревянного зодчества, каменные здания, исторические объекты, расположенные у кромки берега или на разрушающемся из-за потепления климата побережье. Сегодня вопросы комплексного мониторинга культурного наследия в Арктике, обеспечения длительной защиты, реставрации и сохранения для будущих поколений объектов материального, памятники постройки, природные ландшафты и нематериального наследия, язык, традиции, устои, обычаи, фольклор являются крайне актуальными. Создание в САФУ кафедры ЮНЕСКО будет способствовать усилению академического сотрудничества с аналогичными учреждениями в России и странах Арктического региона, обеспечит создание межвузовской сети сотрудничества под эгидой ЮНЕСКО, повысит научный и творческий потенциал преподавателей Северного Арктического федерального университета имени Михаила Васильевича Ломоносова. Кафедра ЮНЕСКО, аккумулируя передовой опыт и способствуя его распространению в России, должна стать платформой, единым интеллектуальным пространством по обмену научной и культурно-образовательной информацией в вопросах изучения слабоизученных тем и актуальных трендов, связанных с культурным наследием на арктических территориях. Основные сферы деятельности. Изучение теоретических основ охраны объектов культурного наследия, материальный и нематериальный духовный компонент. Изучение существующей нормативно-правовой базы для сохранения объектов культурного наследия. Изучение теории и практики выявления и сохранения особо значимых культурных ландшафтов. Изучение многообразия форм и интерпретации традиционной этнической культуры. Системное решение задач в области сохранения и репрезентации материального и нематериального наследия народов стран Арктического региона. Изучение современных методик по обеспечению поддержания нематериального культурного наследия, сохранения и воссоздания механизмов передачи традиций. Изучение основ проектирования и реставрации объектов культурного наследия в условиях максимального сохранения естественного природного ландшафта. Изучение технологий и материалов, применяемых при реставрации памятников архитектуры. Изучение методологии и проведения оценки воздействия на объекты культурного наследия ЮНЕСКО. Кафедра ЮНЕСКО станет связующим звеном между Федеральным университетом, профессиональными организациями и гражданским обществом, заинтересованными в сохранении арктического наследия.